имеется такая польская агенция, хорошая, кстати, очень советую вам, HR Consulting. Адрес можете тоже увидеть направо. Это как раз таки здесь вы сможете узнать о вакансиях. Можете даже позвонить, телефон тоже имеется. Что справа, что слева. Бюро по устройству на работу. Ну а так, вот на улице, где эта фирма находится, если потребуется, то покажу на карте. А так можете забить в Google и спросить, потом подъехать, узнать вакансии. Там очень хорошие заработки. Еще раз, если вы являетесь студентом, то у вас заработки будут от 20 злотых за час. Это если вам до 26 лет. А другие студенты уже старшие, конечно, не получат больше денег. Поэтому это первый возраст. А все остальное, что здесь требования, нужно знать очень хорошо польский язык, чтобы работать именно с поляками, так как в основном в этой польской агенции, опять же, вакансии очень хорошие, тоже хорошо оплачиваемые, но там нужно будет работать уже с поляками, поэтому требуется знать польский язык. Советую обратиться в эту фирму и посмотреть вакансии, что там предлагают. Там есть хорошая девушка, пани Люцина. Вот, можете к ней обратиться. Она вам расскажет все вакансии, которые имеются. И только знать нужно польский язык.